Всем привет-привет! Мы приехали в магазин «Акула», чтобы купить брюки-вадюшки. Посмотрим, может быть, скидки какие-то есть, может быть, нет. И если сейчас не будет размеров, то посмотрю на сайте, может быть, в других торговых центрах будет. Если уж совсем нет, то поедем в детский мир. В детском мире мы уже были, посмотрели. Есть выбор, в районе 1500-2000 стоят брюки. Вот, в общем, пожелайте нам удачи, надеемся, размеры Вадюшкины будут. И мы сегодня все-таки купим брюки, потому что мы уже ездили в свадьбе неделю, по-моему, да, назад, сынок, мы ездили. Вот, Ксюшка с нами. Мам. Еще нам надо заехать в садик, кстати, написать заявление, потому что Ксюша уже не ходит в сад. И оплатить осталось, по-моему, 1500 за те дни, которые Ксюша ходила. Но я не оплачиваю, потому что они делают перерасчет, чтобы там прям копеечка в копеечку все было оплачено. Только тогда они могут, я не знаю, через заявление или как вот они отпускают, уже не помню. С Вадюшей это было 3 года назад, поэтому как раз вот сейчас вам и расскажу, как это было. Вот, в общем, у нас маршрут такой. Сейчас едем в Акулу. Если покупаем, все будет хорошо, то потом мы поедем в детский сад. Ксюша очень хочет в детский сад попрощаться с ребятишками. Особенно вот. С Ромой. Особенно с Ромой. Вот, так что берем вас сегодня с нами и все вам покажем. Ксюша сегодня решила одеть белую блузочку. Потому что я хотела ее уже давно одеть, но мама говорила, что надо другую одевать. Да, ну вот сегодня вы этой красивая такая. Вот, смотри, это что, блузка? Угу. Для ног? Угу. Нет, мы в Акулу идем, в Акулу. Мам, напишите в комментариях, что это за машина. Все, пошлите. Это похоже на Киев. Угу. В магазине, кстати, скидки 70% вот есть. Есть новые коллекции. Последний шанс купить. Вообще много-много всего. Хит продаж. Вот такие вот мне брючки нравятся. По форме синего цвета. Так, смотрим цену. 2200. И еще я видела наподобие за 1500. Вот не помню, где-то здесь они, по-моему, были. Так, в общем, сейчас будем смотреть, мерить, искать. Мам, да. Так всегда это... Вы хотели Вадиму что-то купить, а купили мне. Да, в общем, Вадиму ни одни брюки не подошли. Ему то большие, то маленькие, размеров нет. Купили Ксюше нижнее белье, колготки и гольфы. Ну, дома покажем, да? Да. Держи. Пойдем в Глорию, может быть, зайдем еще. Вадь, пойдем в Глорию зайдем. Там посмотрим, может, померим брюки. Мам, ну я не думаю, что до 1 сентября она не заживет. Пошлите. Выходи. Еще знаете, что я забыла? Спортивный костюм уже надо купить. Зачем? Это спортмастер мы поедем. Так, а где брюки-то убрали? Куда? Вон, вот, прямо идем. Ну, на физкультуру. В чем ты будешь ходить? Там нужен спортивный костюм? А, там, по-моему, шортики. И майка, лучше, да? Костюм лучше, костюм. Костюм лучше, ну, посмотрим. Так, ну что, смотрим, 1400, в принципе. А, 1500. Вадюшка себе хочет толстовку. Слушай, ну а вот неплохие брюки, может быть, померяем? 134 размерчики есть. Качество, в принципе, мне нравится, мягкие. Достаточно плотные. Ну ты что нюхаешь, ты их? Посмотри, еще есть синий? Пахнет Макдональдсом. Ага. Так, вот еще брюки. Где ценник? 1900. Ну, эти вот тоже неплохая моделька. У нас форма синего цвета, поэтому мы смотрим именно синие брюки. Но вот это уже больше такие спортивные. Какой красивый джемпер. Прям классно. Так, смотрим еще вариантики синие. Вот, есть прям джинсы. И есть еще брюки 1600. Такие брючки. И, ну, это уже, по-моему, не синий цвет. Какой-то больше серый. Так, ладно, сейчас берем, значит, брюки, смотрим размер, если есть. И вот такие брючки возьмем, померяем. Ну что, вот варианты с Glory Jeans, в принципе, неплохие. Тебе не давит? Ну, вот еще свободно, там еще регулируется. Повернись, пожалуйста, ко мне лицом. Да. Кармашки. Так, это какая моделька? 1700 стоит. Ну, там плюс скидку у нас. Составляете? Конечно, нужно будет... Кофта стоит
2000. Да, хорошо. Здесь нужно будет еще подвернуть, конечно же, подшить все. А в целом очень даже неплохо. Специально заправила, в тени пуза, заправила майку, потому что будет рубашка. Ну-ка, выпрямись нормально, Вадь. Поворачивайся. Ну, на попке прям хорошо сидят кармашки. Так, в общем, вот этот вариантик откладываем. Давай другие мерить. Так, ну что, еще один вариант. Вот эти уже побольше, конечно. Ну-ка, повернись, сынок. Повернись ко мне. Есть такие кармашки-хулиганки. Живот Вадюшкин. Так, 1900. Не надо в карманах. Чуть мне не нравится вот эта вот ширинка висит так сильно. Что-то как будто мешается, да, вот здесь вот висит. Вот сзади прям хорошо. Сзади прям хорошо. Повернись. Повернись, пожалуйста, спиной. Сзади нормально, а вот спереди мне не нравится. Вот как будто бы вот что-то ему вот тут вот мешается, вот прям низко. Нет, нет, не берем такие. Лучше еще поищем. Те вот точно возьмем первый вариант. Ксюш, ты идешь, дочь? Ты что, выбираешь себе ободочки, смотришь? Ну, я хочу, знаешь, стой в очереди, Вадим. Я хочу вот эти вот штучки. А что это такое? Я не знаю. Ты даже не знаешь, а хочешь. Что, давай посмотрим. Набор маркеров. А, точно, Маша, иди, переодевайся. Так, в общем, слава богу, Глория джинс мы купили, брюки подходящие. Ксюша хочет сфоткаться. Ага, у нас тут такие рыбы большие плавают. Ну-ка. Да, наверное, не знаю. Это акула, реально. Это маленькие котята акулы. Да. Я знаю. Под мостиком у нас. Мам, тут я рыбки пойду плавают. Кинуть. Не надо, Вадь, пойдемте дальше. Ксень, пошли. Сфоткать? Давай, сфоткаю. Все, сфоткала. Сфоткала, пойдем. Я и сняла, и сфоткала. Так, идем сейчас, нам нужен терминал. Ой, этот банкомат, Ксюша, Тинькофф. Вадюшка хочет загадать желание и кинуть монетку. Ну, давай. Смотри, какой как. Ой, какие красивые. Что, ты кидаешь? Да. Ты уже бросил монетку? Нет, вот. Давай. А у меня нету монетки, мада. Вадим, давайте побыстрее, сынок. Ой, прям на рыбу. Все, значит, точно сбудется. Что это за рыба такое? Какие красивые, правда, смотрите. Мама, это не тоже кинуть. У меня нет монеток, дочь. Там и маленькие, большие рыбки плавают. Надо магниту поисковую достать деньги. Угу. Все, погнали дальше. Нам направо. А я думала, что мы сейчас будем есть. Мы зашли перекусить, взяли по бургеру. Смотри, и мохито. У меня смородиновый морс и Вадима милкшейк. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну как? А еще Ксюша зашла в Литуаль. Ну-ка, покажи, глазки закрой. Протестировали. У него мохито прям вкусно. Готовится. Следующая наша остановка, детский мир. Смотрим обувь. Блин, смотрите, поцарапалась. Посмотрите, вот так почесала. У меня был какой-то прыщик, теперь вон кровь. Так, в общем, сейчас идем смотреть обувь Ксюше, Вадиму. Смотрите, нам нужны кроссовки и какая-то повседневная обувь. Ксюша купила себе воздушный пластилин. Свифтая фория моя. Давай, показывай. Сейчас вот это вот черный, красный, желтый, коричневый. Сейчас еще покажу. Белый, бежевый. В общем, много там разных, да, цветов. Там 12. Так, все, ребята, оставляйте пластилинчик. Вот этот... Пошлите в магазин. Так, смотрим обувь. Ну-ка, покоцанная вся. Коленка, Ксюха. Красивые туфельки такие аккуратненькие. Ну, пройдись немножко. Подожди, давай вот так вот немножечко сделаем как-нибудь. Потом. Вот так вот сможешь пройтись? Нет. Ну, аккуратно, не наступай тогда. Давай, ближе сюда ко мне иди. Потихонечку. Тебе как-то удобно в них или как? Нет, неудобно. Неудобно? Нет? Значит, снимаем. Так, второй вариант. Мне вот эти больше нравятся. Ксюша, проходи назад немножечко. И сюда, ко мне теперь иди. Такие они лаковые. Мне кажется, красивые. Как тебе? А? Не, они большие, не дали. Да ну ты будешь с носочком. Ксения, тебе после сланцев, конечно, непривычно. А так они прям мягенькие, хорошие. Так, пришло время Вадюшки. Купили ему кроксы. Точнее, не купили еще, вот сейчас померили. Будет. Сейчас они со скидкой или они без скидки, не помню.
по скидке. Давай посмотрим ценник. Возьми, держи. Беру. 700 рублей крокс стоит. У меня все 700, и кроссовки. И 700. Кроссовки вот нашли на физру. Повернись боком. Вадим говорит, удобно. Даже если не на физру, то на повседневку, я думаю, что тоже. Носком будет удобно. Ну, конечно, носочек. И Ксюша еще кроксы тоже взяли. Мы на выходные едем на Медведицу. Завтра, точнее. Поворачивай боком. Боком. Я могу сейчас вам показать, как на Медведицу. Ну, классно. А у тебя прям гиганты. Никогда не было клопов, только в один были клопы. Черный, так. Ну хорошо, хорошо, и цвет такой нежненький. Бежит. А Вадька синий выбрал. Останется Ксюша. А, и Ксюша еще взяли все-таки туфель. Вот такие вот туфельки, да. Лаковые. Так, еще осталось тебе кроссовки посмотреть. Ну давай, может, тут посмотрим. Нет. Да, давай. Ксюша, Ксюша. Все покупают обувь к школе, а мы нашли Ксюшке куртку. Сейчас она с дикой скидкой. Стоила 3600, сейчас стоит 1800. Потому это зимний пуховик. Никогда не было. Да у тебя ничего никогда не было, Ксюша. Дай покажу. Стой, здесь она затягивается на резинке. Самый прикол, что рукава отстегиваются. И получается жилетка. Нам вот так. Летом в зимней куртке. Ну да, ну прикольная куртка, не знаю, надо сейчас папе показать. Прикольно. Снимает, то жарко будет. Сейчас вот скидки 70% на зимние вещи. И мы с Ксюшей подумали, может, правда нам купить куртку. Есть еще вот такой вариант, но что-то он мне не очень нравится. Мне вот такой нравится. Поставил, остался последний размер. Да? Угу, вообще последняя куртка. Как она ты думаешь? Блин, она очень теплая. Ксень, подожди, стой, зайка. Тут все затягивается. Но это не пух, это синтепон. Мам. Так. Можно, когда вы мне посмотрим. Платите кроксы, я это... Оденешь их? Можно, конечно. Вот это очереди, да, здесь? Угу. Все кассы. Все везде очередь. К сентябрю готовятся. Да, все к 1 сентября готовятся. Почему тут самое главное? Детский мир. Почему самое главное? Хочешь, не там? Вот смотри, тушь, тик-ток. Тени тик-ток, вот. Тик-ток написано, видишь? Для тиктокеров. Че, довольны? Накупили всего. Куртку. Все-таки мы ее берем. Что за джентльмен? В общем, набрали мы вещей в детском мире. Зачем? А нам маски-то дома. Нам в комментариях вчера написали, что можно маски-то с чеком поменять. Осталось только чек найти, если мы его не выкинули. В общем, довольные, счастливые дети. В новых кроксах сразу. Ага. Ну все, неси, не тяжело тебе пакет нести? Нет, они легкие. Нормально? В общем, практически все купили. Осталось нам купить Ксюше кроссовки, Вадиму туфли и спортивную одежду для физкультуры. Мам, это, а ты знаешь, что я всегда люблю в окошко смотреть? И... В лифте в этом? Да. И в этом году я первый раз почти в лифте катаюсь. Да, обычно на эскалаторе, да? Все, в общем, едем домой на примерку еще одну. На примерку на новых вещичек. Папа, а, еще что-то частично из канцелярии нужно купить. Что? Из канцелярии еще, ну и тебе, и Вадику. Еду я, значит, с детского мира. Сажусь в машину и чувствую, чем-то пахнет. Вроде как бензином, что ли. Представляете? Видите, вот этот шлейф, вот он идет. Это все от моей машины. У меня треснул шланг, бензин. Бензин куда закачивается. Вот он, вот здесь вот где-то. Вот сюда вот он подсоединяется. В общем, фу, хорошо, от детского мира недалеко до станции. В общем, сейчас будем менять шланг. Офигеть, вот это да. Взял, просто треснул. И, кстати, под машиной там целая лужа. Бензина. Покажу, вон целая лужа бензина там. Вообще, представляете, а если бы она загорелась? Мне муж говорит, представляешь, если бы загорелась, то это прикол был бы. Ой, это да. Вообще, да? Смотрите, какой шлейфик. Фух. Мы починили. Починили мы, вот папа починил. Шланг, видите? В общем, вот поменял, он, пахнет он бензином на всю машину. Синий, а здесь был черный. Ну все, больше не капает, но бензин и, наверное, литрочек-то точно вышел, да? Да. Если не больше. Кстати, у нас, по-моему, собирается дождик. Да, я погулять успею. Главное завтра, чтобы дождя не было, потому что завтра мы едем на Медведицу. Я погулять успею. Чумазый мальчишка мой.
Конопушки такие у тебя прикольные. Я буду еще очень маленький. Ну что, показывай свои кроксы. Как вам? Здорово. Вот, смотрите, какая вот это вот. Подушка. Дай сюда. Дай, поставь, пожалуйста. Поставь ногу. Вот эта вот штука очень удобна. Когда просто ходишь, ее сюда можно надеть. А когда купаешься, хоп, на ту сторону, и она задерживает давай, ногу. Давай. Да. Открывай. Ну ты смотри все по это. Испачкал. Вот так, да, и когда плаваешь, вот это получается штука, она держит пяточку. Вот, ну-ка. Типа, и кроксы да, не слетают. И кроксы не слетают. И в них можно купаться, если камушки, например, на дне. Иди руки вот, помой. Кстати, на этом это и надо делать. Вот, вот где мы были. Но это не Латрейк, это речка Хутор. Хутор. Да. И вот на Медведце там иногда камушки прям острые. Там попадают. Всегда камушки тоже есть, да. Вот в них, вот я буду в них плавать обязательно. Знаешь почему? Потому что типа... Главное, них... чтобы они не уплыли от тебя далеко, нет, потому что там течение. Нет, в смысле, вот. Ну да. И на год они мне хватит. Как тех. Да на два тебе хватит. Да, на два, да. Ну что, покажем, что мы купили. В общем, взяли мы эту куртку, представляете, со скидкой, да? Она стоила 3600, со скидкой 1800, а на кассе была еще скидка на скидку, и, в общем, пуховик нам обошелся, та-дам, в 1200. Как вам такой вариантик? Супер вообще классная куртка, и за 1200 было вообще грех ее не купить. Ну, это я уже показывала, да, она отстегивается рукава и делается как... Такая утепленная жилеточка. Дальше. Брюки Вадиму мы все-таки взяли. Хорошие брючки. Вышли они нам 1700 и минус 10%. Минус 170 рублей. Вот, потому что там 10%, по-моему, у кого есть карточка Gloria Jeans. Туфельки. Очень мне понравились туфли. Ксюшке прям хорошо. И самое главное, удобно и нигде не давит. Здесь липучка. Так, отстегивается. Тут вот есть даже ортопедическая вот эта вот часть. Дальше подошва такая небольшая платформа. Отличные туфельки для школы. Ничего лишнего, ничего аляпистого, лаковые красивые туфельки. Конечно, лакированные царапаются, но Ксюша стараться будет аккуратно ходить. Кроссовки Вадиму взяли. Удобные. Одна липучка. Нигде тоже ничего не давит. Все супер. Далее, в Акуле, что мы купили. Колготки, там тоже сейчас скидки. Девчонки, если у кого есть Акула магазин, сейчас там до 70% скидки. Так, значит, 550 стоили 279. Я думаю, за 279 хорошее качество. Единственное, были одни, я бы взяла парочку, но были одни. На осень такие колготочки под юбку, под форму, супер. Так, на 1 сентября мы еще не знаем точно, оденем мы колготки или гольфы. Скорее всего, гольфы, если будет хорошая погода. 200 рублей они стоят. Ксюнь, давай-ка достанем с тобой. Давай. Покажем гольфики, они красивые. Одевать не будем, просто достанем и покажем. Смотри, да? Держим? Да, доставай этикеточку. Тяни. Потихонечку. В общем, обычные гольфики, такие капроновые, с какими-то вот точечками. Но это даже не гольфы, а больше длинные носочки. Они без пятника. В общем, хорошее качество, тоже мне нравится. И последнее, что мы купили, это нижнее белье Ксюни. Тоже со скидкой 560 рублей они стоят. Трое трусиков. Давай откроем, тоже покажем. В Акуле я тоже покупаю Ксюшу уже не первый раз. Когда там скидка, то беру ей там трусики. Здесь вот резиночка, все очень здорово тянется. Ксюша, там были с какими-то рисунками, Ксюша говорит, нет, хочу просто белые. Обычные трусики, качество очень хорошее, тоже мягкие. Мама, можно мне померить? Померяй. В общем, вот такая вот закупка небольшая. Осталось Ксюше купить кроссовки и Вадиму туфли, в которых он пойдет на 1 сентября. Да, сынок? Ксюшка одела носочки и с носками. Прям классно как, да? Проходи вперед. Я не ношу, классно. Удобные, да, Ксюш? Удобные? Очень. Коленка твоя, конечно, меня прям с ума сводит. Отлично, Ксюш. Очень красивая. Будешь самая красивая школьница. Одна из самых красивых. Одноклассница. Да. Теперь у тебя будут одноклассники, одноклассницы. Я с Вадимом буду... Это когда мы уже будем уходить, мы с Вадимом будем. Да, с Вадимом будет. А на переменах. Ну, напишите нам, пожалуйста, как вам наши обновочки. Оцените Ксюшины туфельки, курточку и все остальные вещички. Да?